Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек использовала акриловую пряжу 315 метров в 100 граммах и спицы номер 3,5. Вязать тапочки буду американской резинкой. Подошва связана лицевой гладью. Мысок связанный лицевой гладью, верхняя часть узором рис. Подошва в тапочках у меня получилась 23 сантиметра. На спице набрала 89 петель. Первых 19 рядов буду вязать американской резинкой. Американская резинка, раппорт этого узора становит 3 петли и 2 ряда. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, дальше вяжем 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. Провязали раппорт. Снова повторяем 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. И так провязываем вместе с кромочной петлей 44 петли. Провязала 44 петли. 45-ю петлю нужно отметить. Она нужна будет для вывязывания мыска. Можно маркером, если у кого есть маркер. Если нет, можно протянуть ниточку. И продолжаем вязать по такой схеме, как вязали 2 петли лицевые, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Второй ряд вяжем. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые и накид одеваем на провязанные последние 2 петли. Провязали раппорт и снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые и накид одеваем на последние 2 петли. И так вяжем до конца ряда. 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые. Накид одеваем на последние 2 петли. Провязала 2 ряда американской резинкой. Следующие 16 рядов буду вязать по схеме предыдущих 2 рядов, повторяя узор из 1 по 2 ряд. Провязала еще 16 рядов американской резинкой. Уже у меня провязано 18 рядов. Следующий 19 ряд. Первые 49 петель продолжаем вязать американской резинкой. Первая петля кромочная, дальше 2 петли лицевые, 1 изнаночная, 2 петли лицевые, 1 изнаночная. И так вяжем 48 петель, 49 вместе с кромочной.
Провязала 49 петель. В этом ряду начинаю вывязывать подошву. Подошву буду вязать лицевой гладью, лицевые ряды лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. Так, дальше следующие две петли провязываем вместе лицевой и разворачиваем работу. Следующий ряд у нас изнаночный, значит, первую петлю снимаем, вяжем следующие 9 петель изнаночными петлями. Провязала 9 петель изнаночными петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. Разворачиваем работу. Следующий ряд у нас лицевой. Первую петлю снимаем. 9 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 9 петель лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой. Провязала 2 петли вместе лицевой. Разворачиваем работу. Следующий у нас изнаночный ряд. Значит, петли изнаночные. Первую петлю снимаем. 9 петель изнаночных. Провязала 9 петель изнаночных, следующие 2 петли вместе изнаночной. Дальше продолжаю вязать подошву. Лицевые ряды, первая петля кромочная, 9 петель лицевых, следующие 2 петли вместе лицевой. Изнаночные ряды, первая петля кромочная, 9 петель изнаночные и 2 петли вместе изнаночной, до тех пор, пока на спице не останется 11 петель. Провязала подошву, на спице у меня осталось 11 петель, дальше буду вязать задник. Задник буду вязать американской резинкой. Вяжем первая петля кромочная, дальше вяжем 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. И снова 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. На спице осталась 1 петля. Снимаем ее не провязанной на правую спицу. Вытягиваем петельку. Возвращаем вытянутую петлю, не провязанную, на левую спицу и провязываем вместе 2 петли лицевой петлей. Разворачиваем работу. Следующий ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем американскую резинку. 1 петля лицевая, 1 накид. 2 петли лицевые. Накид одеваем на 2 последние провязанные петли. И снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 накид. 2 петли лицевые. И накид одеваем на провязанные последние 2 петли. И снова 1 петля лицевая, 1 накид. 2 петли лицевые, накид одеваем на провязанные 2 петли. Последнюю петлю снимаем не провязанной на правую спицу. Далее поднимаем 2 петли. Возвращаем непровязанную петлю на спицу левую и провязываем вместе
изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Снова повторяем. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. Последнюю петлю снимаем не провязанной. Вытягиваем петлю. Возвращаем на левую спицу и провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем работу. Первая петля кромочная, дальше вяжем 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые, накид одеваем на провязанные 2 петли. Снова повторяем, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые, накид одеваем на последние провязанные 2 петли. И снова 1 петля лицевая, накид, 2 петли лицевые, накид одеваем на 2 провязанные петли, последние. Последнюю петлю снимаем не провязанной, поднимаем 2 петли, возвращаем не провязанную петлю на левую спицу и провязываем эти петли вместе изнаночной петлей. Так продолжаем вязать до конца краев. Лицевые ряды вяжем. Первая петля кромочная, 9 петель провязываем американской резинкой. Последнюю петлю снимаем не провязанной, вытягиваем петлю и провязываем 2 петли вместе лицевой. Изнаночный ряд. Первая петля кромочная, вяжем 9 следующих петель, провязываем американской резинкой. Последнюю петлю снимаем не провязанной, вытягиваем петлю и провязываем 2 петли вместе изнаночной. Связала задник, такой задник у меня получился. Дальше закрываю петли. Закрыла петли задника. Дальше буду вывязывать вперед тапочек мысок. В начале вязания мы отметили середину вязания. Здесь у нас из 7 петель, которые мы будем набирать начальные для мыска, будет центральная петля, 4-я петля. Набираем 3 петли справа, 1 петля центральная и 3 петли слева. Набрала 7 петель, вяжем первый ряд. Первый ряд у нас изнаночный, все петли ряда изнаночные. Мысок будем вязать лицевой гладью. Провязываем 7 петель
изнаночными петлями. Второй ряд. Для начала вытягиваем петельку. Оставляем ее вытянутую петлю не провязанной. И дальше до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязали 7 петель лицевых и снова вытягиваем петлю. Снова разворачиваем работу, вяжем третий ряд. Первую петлю снимаем не провязанной. Дальше до конца ряда вяжем все петли изнаночные. Провязали третий ряд, четвертый ряд. Снова вытягиваем петлю. Вытянутую петлю не провязываем. Все остальные петли до конца ряда провязываем лицевыми петлями. Вяжем четвертый ряд. Провязали все петли лицевыми петлями, снова вытягиваем петлю. Провязали четвертый ряд. Пятый ряд. Первую петлю снимаем вытянутую, не провязанной. Дальше до конца ряда вяжем все петли ряда изнаночные. Шестой ряд. Вытягиваем петлю. Вытянутую петлю не провязываем. Все остальные петли до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязали лицевые петли и снова вытягиваем петельку в конце ряда. На спице уже 13 петель. Вяжем следующий ряд, седьмой. Первую петлю снимаем не провязанной. Дальше до конца ряда вяжем все петли ряда изнаночные. Провязала седьмой ряд, восьмой ряд. Разворачиваем работу. Вытягиваем петельку. Первую петлю снимаем не провязанной вытянутую. Дальше вяжем лицевыми петлями до последних двух петель.
На спице осталось 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. И снова в конце ряда вытягиваем петлю. Провязала 8 ряд, вяжем дальше 9 ряд. Первую петлю снимаем не провязанной, дальше до последних 2 петель вяжем изнаночными петлями. На спице осталось 2 петли, провязываем их вместе изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Следующие 16 рядов будем вязать так. Лицевые ряды вяжем. В начале ряда вытягиваем петельку. Оставляем ее не провязанной. Следующие 11 петель провязываем лицевыми петлями. Провязали 11 петель лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой. И вытягиваем снова в конце ряда петлю. Изнаночные ряды вяжем. Первую петлю снимаем не провязанной. 11 петель вяжем изнаночными петлями. Последние 2 петли провязываем вместе изнаночной. И так вяжем еще 14 рядов. Провязала еще 14 рядов. Следующие 6 рядов буду вязать узором рис. Вяжем так. Для начала с боковинки поднимаем одну петлю на спицу. Провязываем ее лицевой петлей. Возвращаем назад на спицу и провязываем 2 петли вместе лицевой. Дальше вяжем узор рис. Одна петля лицевая, одна изнаночная. Одна петля лицевая, одна изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Одна петля лицевая, одна изнаночная. Так, провязали первый ряд узором рис. Вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. Изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые провязываем лицевыми петлями. Изнаночная, лицевая. Третий ряд. Первая петля кромочной, дальше вяжем лицевые петли, провязываем изнаночными петлями, а изнаночные петли провязываем лицевыми. Первая петля изнаночная, вторая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Лицевые петли провязываем лицевыми петлями, изнаночные петли провязываем изнаночными петлями. Пятый ряд вяжем. Первая петля кромочная, дальше
Где были изнаночные петли, провязываем их лицевыми. Лицевые петли провязываем изнаночными. Первая петля изнаночная, значит вяжем лицевую. Дальше лицевая петля, провязываем ее изнаночной петлей. И так вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Провязали 6 рядов узором рез, дальше закрываем все петли. Закрыла петли, вот такой тапочек у меня получился.